В дикой природе часто наблюдается такое явление – койот и барсук вместе ходят друг с другом. Иногда группа состоит из одного барсука и двух койотов. И крайне редко можно увидеть компанию, куда входят три койота и один барсук. Так почему же койоты и барсуки путешествуют вместе? Все дело во взаимовыгодном сотрудничестве. Каждый из них крайне полезен другому. Дело в том, что эти животные потрясающим образом компенсируют недостатки друг друга. И койот, и барсук имеют очень похожий рацион, но дело в том, что добыча, на которую они охотятся, как правило, живет в норах и умеет быстро бегать. Барсук, в отличие от койота, прекрасно умеет раскапывать норы своих жертв, но он медленный, а потому, если жертва выбегает из своей норы, за ней сразу бежит койот, который, в отличие от барсука, настолько быстрый, что может догнать быстро убегающую жертву. Если он ее догоняет, то забирает себе, а если жертва, убегая от койота, забежала в нору, то тут в дело вступает барсук и забирает добычу уже себе. Таким образом, в дуэте эти животные гораздо эффективнее, чем поодиночке.